После зажжения центральных елок все участники парада Дедов Морозов разъехались по городским точкам гуляний, чтобы продолжить дарить настроение местным жителям. И нам все так же яблони цветут, весы в садах мою. И с тобой красивый, городок красивый, видно, неспроста его зовут. Впервые в этом году парад Дедов Морозов прошел не только в городе Видное, а во всех поселениях Ленинского района. Не в таких масштабах, но желающие облачиться в костюм сказочного героя нашлись во всем муниципалитете. Немного ваших стад добраю ты. В мире есть твои друзья, твои мечты. А на улице зима, морозы холода. Но согреет нас тепло твоей души. Это видная зима. Все они на своих территориях тоже зажгли елки, чем ознаменовали начало самого главного праздника для россиян – Нового года. Сотни людей стали свидетелями этого события.